спрятали таким образом все хвостики надежно и незаметно с изнаночной стороны. Следующее. Это кольца карабины. Почему я выбрала именно кольца карабины? Я предлагаю вам для поясной сумочки связать ремешок. Конечно, можно купить текстильный, красивый, стильный, но можно и связать самостоятельно. Вяжется легко и быстро. Это поворотные ряды, естественно, соединительные петли. Почему кольца карабины? Поясочек легко снимается с карабина, карабин свободен, и можно крепить к нему любую ручку, какая есть, вязаная, цепь, кожаная, любую. И также он легко встает на место. Именно поэтому я и выбрала кольца карабины. Для поясной сумочки крепим сбоку, для ношения на плече, к боковинкам, что я сейчас и сделаю. Легко цепляются и меняется, получается, у нас сумочка 2 в 1. Хотите поясная, хотите через плечо. Наша сумочка готова. Хотите, носите с длинным ремешком на плече, легко перестегнув карабины. Можно носить ее как поясную.